такая вот кареточка Шимана, пластиковые чашки, такие крошечные подшипнички, в 2 раза меньше, чем надо. Клиент приезжает, у него просто вот так вот торчит вал. И я не понимаю даже, как это открутить, потому что нет никаких шлицов. Просто вырвало чашку. То есть вот эту вот чашку с пазами, с пластиком, просто вырвало нафиг. И, короче, сейчас вот я не знаю, как я все это буду выкручивать. При клиенте все это разобрал, показал, в чем проблема. Сейчас буду это как-то расковыривать, выковыривать, вынимать. Но, блин, с одной стороны, как бы пластик, а с другой стороны, 9 лет велосипед отъездил на вот этой каретке, и только в этом году развалилась. Такая вот история. Клиент приезжает, говорит, я проехал 50 километров, у меня развалилась каретка. Я говорю, как? Он говорит, ну в этом году 50, а до этого 9 лет ездил. Так что, смотрите, вроде пластик и хрупкий, а с другой стороны, достаточно хорошо держит, что даже вот может выдержать такие большие нагрузки на протяжении такого длительного времени. Подшипник, конечно, намного меньше, чем в каретках с металлическими чашками. Выкрутилась чашечка, видите, сколько там грязи, песка и всего нехорошего. Вот так вот выглядит чашка без внешней крышки. Не расскажу, как выкрутил. Промучился минуты две, можно сказать. Вот так вот оторвалось. Человек ехал, у него просто вываливается подшипник полностью из рамы.